Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Римский патриций. Мрамор 43,2 на 27,3 на 60. Римские скульптурные портреты считаются одной из ярчайших и недосягаемых вершин европейского искусства. В первые века нашей эры мастера создали целую галерею изображений соотечественников. Главная особенность этих бюстов – гармоничный баланс между острой натуралистичностью и ощущением благородства, уверенности в себе, которая исходит от них. Так в классическом древнеримском искусстве соединяются документальность облика с его идеализацией. Портрет неизвестного патриция реалистичен. Уголки рта опущены, кожа дряблая. Некоторые специалисты даже предполагают, что запечатлен человек, перенесший сердечный приступ. Однако, как считали древние мастера, гражданин любой внешности, который прославился работой на благо империи, заслуживает увековечения в мраморе. Ну, наверное, это правильно. Ну вот, такое описание к работе римских патриций, работа из мрамора, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.